Ну что, ребята, всем привет. Мы тут достали, смотрите, огромную петарду. Будет сегодня очень прикольный выпуск. Я уже весь в предвкушении. Да, так, вот здесь вот настроечки. Обычно мы здесь все взрывы проводим. Сейчас я вам покажу, что тут у нас есть. Так. О, что это такое? Коробка, ребята, смотрите. Здесь раньше такого не было. Что же интересно в ней? Боже, там ребенок! Там, по-моему, ребенок! Так, подожди, подожди, я тебя вскрою! Во! Как раз здесь ножик оказался рядом! Так! Фак, что это? А! Что это такое еще происходит? А, что? Да! Я честно, ребята, я вообще не догадываюсь, что вообще происходит. Ребята, по-моему, они меня окружают. Я не знаю, что мне делать. Мне нужно куда-то сваливать. Так, я бегу наверх, на лестницу. Сваливаю. Вот это я влип. Не догоняют или нет? А, они уже здесь. Нужно осторожно, как бы не упасть. Ну, вот это я влип, ребята. За угол сюда. Что здесь? Нифига себе. Ружье. Смотрите, патроны есть. Так, я с оружием, но теперь мы и покажем. Сейчас мы и зарядим. Все готово, ребята. Так, ребята, я готов их встретить. Теперь у меня есть винтовка. Ну где же они? А? Есть, одна есть! Отлично, перезаряжаем. Одна есть. Еще одна! Отлично! Получила! Вроде бы мы неплохо пристрелились. Ну давайте, покажись, красавицы. А, вот ты! Где вы показываетесь? А-а-а, есть! Так, я не понял, у меня что, закончились патроны? Ладно, надо сваливать. Куда бы бежать? О, здесь довольно-таки высоко. Надо прыгать. Надо прыгать. Не, ребята, нет. Я не готов прыгать. Надо сваливать сюда. Осторожнее. Здесь довольно-таки высоко. Так, ребята, вроде бы нашел ночку. Здесь меня не должно найти. Мать его! Ребята! Откуда на меня все эти напасти свалились? Сваливай быстрее! Ух, нифига себе! Ребята, ножик есть! Вот с этой штукой я заживу, ребята! Ну что, выходите, где вы? Где вы? Ребята, с этой штукой реально можно защищаться. Ну что, ребята, нож у меня есть. Я готов защищаться. Где же они? Ну что, давайте! 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 Это какой-то летающий десант! Получайте! 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 Да, давайте! Я вас всех встречу! А, вот так! Так, ребята, надо сваливать, их все равно реально много, я просто не успеваю защититься. Так, ребята, вроде бы здесь нычка такая неплохая. Ребята, я же вспомнил. Смотрите, что у меня есть. Вот с этой штукой реально я могу теперь их полностью всех ликвидировать. Фух. Все. Теперь я подожду. Пусть их соберется как можно больше. Когда они соберутся в стаю, я просто кину в них гранату. И тогда я реально от них избавлюсь. Я не понимаю, из-за чего эта вся проблема началась. Ну да, вроде бы был, я снял ролик, и где, в котором я убил их сестрицу, там издевался над ней. Видимо, китайская мафия этих куриц решила прислать сюда боевой десант, чтобы отомстить за свою сестрицу. Ребята, я, честно, я реально дико извиняюсь, я не хотел. Я не знаю, почему так произошло, но это были обычные банальные резиновые игрушки. Ну кто мог подумать, что до этого дойдет, что я буду бегать с ножом, с гранатой, винтовка там осталась на втором этаже. Вообще, откуда на меня эти все проблемы свалились? Я просто блогер, я снимал про лизунов, я вообще не хотел этого всего, нафиг оно мне надо? Ну, не, я буду сильный, я реально выйду, я выйду сильным из этого всего. Ребята, вы увидите нового Тимона, я вам клянусь, с этого момента я буду сильный. Все-таки 1 000 000 подписчиков меня обязывает к этому. Фух, все, успокойся. Я спокойный.
Ну что, ребята, я готов их встретить. Но где они? Где эти гадкие курицы? Их все больше и больше. Они сбиваются в стаю. По-моему, они меня окружают. Ребята, не поминайте лихо. Победителем в этой битве. Часть из них смылась, а часть погибла смертью храбрых. Это будет им уроком. И будет мне уроком тоже. Не шутите с курицами ни в коем случае. Все, ребята, я иду домой. Я реально пережил много. Их надо все переосмыслить. Это вам, ребята, от меня подарок на 1 миллион подписчиков. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.